Силы обороны Украины продолжают операции в восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях страны. За прошедшие сутки во всех направлениях отбиты атаки российских войск. На некоторых направлениях наши войска проводят успешные контрнаступательные операции. Вражеская сторона коварным образом использует ракеты и бомбы. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины о последней ситуации на войне. Отмечается, что за минувшие сутки отражены 7 атак российских войск в направлении Донецка и Луганска. Уничтожено 12 танков, 4 БМП, 3 моторной техники, 8 самолетов, 3 вертолета, 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты. Напомним, что сегодня 34-й день войны между Россией и Украиной.